Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Так, поехали. Ежедневные задания. Так, нанесите 20 единиц урона героям бесячеством. Разыграйте 3 зомби, которые стоят не меньше 4 мозгов. И нанесите 5 единиц урона героям, используя карты антигерой. Вот это я, наверное, поменяю и... Разыграйте 2 растения со способностью команды. Ну что же, начнем, пожалуй, за бесенка. Друзья мои, давайте выберем бесенка и начнем потихонечку проходить. Не знаю, возможно, может быть, сегодня, ребят, еще поиграем в легендарные задания. У нас там осталось не так уж и много, в принципе. Что, пока ищем противника. Что-то никто не бежит к нам с распростертыми что-то нашлось, ребята. И это у нас вспышка на солнце. Как ты видишь, 24 уровень. Я уже для себя, ребята, одно отметил, что уровень здесь ровным счетом ничего не решает вообще. Меня даже, по-моему, если не ошибаюсь, 3 уровня чувачок за кадром, когда играл, вырубил меня, просто вырубил с полтыка, понимаешь? Теперь я уже на это не обращаю внимания. Так, слушай, ну смотри, он же хочет, друзья мои, поставить ландшафт. Ведь я правильно его понимаю? А ну-ка давай так сделаем. Мне почему-то кажется, что он хочет на ландшафт его поставить. Даже так? Даже так? Окей. Так, что он хочет сюда влепить? Давай я, наверное... Слушай, ягода, по-моему, 4 стоит, да? Да-да, ты все правильно понимаешь, про какую ягоду именно я говорю. Такс. Что дальше сделаем? Так, наверное, сделать. Смотри, что творит. Так, ну их в топку, наверное, да, сразу же. Поехали. Так, друзья, вот здесь уже небольшая есть дилемма. И я пропускаю. Опа, опа. Америка, Европа, да? Прячем этого сюда. И все. И все. Где ландшафты-то все, а? В конце концов. Я вот что не пойму. Ага, ага. Какой ты молодец, а? Зачем я это сделал? Я ума не приложу. Ой, ребята, сейчас я получу в табло. Либо минус 1 на 1 по земле, либо сейчас солнечный удар прилетит. Тут... Прилетает солнечный удар. Окей. Ну, это тоже не жилец. Это тоже не жилец. Давай так сделаем. Уничтожает зомби. Да отвяжись ты, в конце концов, ты запарил уже со своими этими хламонами здесь, а? Со своими орехами. Ореховый какой-то дрищ, блин. Да, как-то так. Давай теперь сделаем вот таким вот образом. Блин, надо было, наверное, еще вот этого поставить, да? Ладно, шиш с ним.
Что он может сделать? У нас есть, ребят, заморозка. Да, конечно. Мы же, друзья мои, заморозим его. Поехали. Бамс. Бамс. Тут вопрос уже немножко в другом, ребята. Вот, наверное, в чем. Наверное, в чем. Давай посмотрим. Если он сейчас будет хиляться. Смотри, что творит, а. А где мои все ландшафты? Кто-нибудь мне об этом скажет, нет? Мне кто-нибудь, блин, об этом скажет? Где мои, блин, ландшафты, а, друзья мои? Вот что мне интересно знать. Эх, ландшафтики, ландшафтики, ландшафтики. Давай я так, наверное, сделаю. Поехали. Сейчас мы ему, друзья мои, в блок. Нет, блока пока еще не было. А вот теперь вот интересно, что же мне сделать. И как лучше сделать. Если я, например, сделаю вот так. Но это что такое? Ну что это выпало на воду мне? Скажите на милость, а, друзья. Ну, у меня заморозка есть, парень. Заморозка у меня есть. Ты такой наивный. Прям вот, блин, слов нет у меня. Поехали. Так. Что там, минус один-один по земле? Угу. Минус один-один по земле, друзья мои. Итого 4 хп. Так, смотри. Сделаем так. Сколько там наносит? 2 единицы урона, да? 2 единицы урона. Сделаем так. И сделаем. Сделаем так. И вот так, ребят. Хорош. Ты заколебал, а? Так, ребят, нам всего лишь 4. Ну что я могу сказать, ребят? Ну что тут можно сказать? Поехали. До свидания. Да, ребят. Как-то так. Ну, я тебе говорю. Если бы у него был бы один бы хилищий росточек, ну, два хилищих росточка, я думаю, что такой бы халявы здесь бы не получилось. Блин, мы с тобой два задания выполнили сразу же. Значит, у нас остается всего лишь одно. Это разыграть растение со способностью команда. Так, подожди, со способностью команда. Вот у нас команда орехи. Ну давай попробуем за него поиграть. За нашего Бунгчоя. Я тебе, кстати, скажу, что вчера вечером я играл. Ну, даже не вечером. Какой вечером? Ночью я играл на планшете. Как меня рвали, ребята. Просто я кого бы я ни взял. Розу рвали. Бунгчоя рвали. Единственный, кем я выкрутился, это, ребята, вы не поверите, это был Бабах. Да, я был удивлен, что Бабах начал просто разруливать ситуацию. Бабах, который играет на орехах и на... Ну, я тебе покажу. Я не знаю, правда, осталось ли у меня эта колода.
Я думаю, что продемонстрировать, наверное, можно будет. Но там, конечно, жесткач просто. Ну вот зачем ты вот сейчас мне выпал? Ну серьезно. Ну вот сейчас ты вообще вот не в тему здесь. Мне даже, если что, ребята, даже прикрыться нечем будет, понимаешь? А он, видишь, что делает? Начинается, короче. Так. Вот теперь сиди и думай, что он там затеял. Как ты думаешь, что он затеял? М? А вот что он затеял. Угу. Ладно. Индюшку поставил. Больше всего меня бесит то, что сейчас добор будет делать. А мне этого очень сильно не хочется, друзья. Что сделаем? Давай так попробуем. Может быть, карту какую-то нам выдадут. Давай посмотрим. Он даже вот так вот делает. Ему лишь бы не в бок. Эй, друзья мои хорошие, что же будем делать мы? Могилу поставить? Нет. Сейчас будет набирать, ребята, энергии. У него, наверное, несколько сундуков, я так понимаю, да? Ага. Не несколько, скажем так, сундуков, но есть. Но энергию он накапливает. Так. Все на этом, да? Ну и я тогда все. Ну нет у меня больше ничего, ребят. Сколько там энергии? 6 будет, да? Ну, если я даже поставлю этого. Даже если я поставлю этого, что мне это даст? М? Что мне это даст? Наверное, ничего. Я ему могу пробить лицо, но у него, скорее всего, телепорт есть. Скорее всего. Или же у него есть еще, ребята. О, как делает. Кто? Пипец. Ну пипец просто, ну нафига вот это вот. Ладно, я надеюсь, взорвем мы их на следующем ходу. Даже тратить не буду. Кого он сейчас вылупит? Вот что меня интересует. Ага, ну нормально. Давай так сделаем, что ли. Ну, у него телепорты, нет? Шаманство у него. Вытягивает... А, ну у него уже по нолям, ребята. Ну, конечно же. Ну, у него же там все по нолям. Как же я мог забыть-то об этом? Он опять хочет превратить, что ли, я так понимаю, да? Он опять их хочет превратить.
Как тут лучше сделать-то? Он же там набрал энергии. У него, может быть, ребята какая-нибудь там, я не знаю, на ландшафте уничтожить или еще что-нибудь. Вот что у него. Телепорт. У него телепорт, друзья мои, оказался. Ладно, гад. Рикошет зомби, да? Эх, рикошет зомби у нас идет. Так, что нам сделать? Хильнуться? Глупо будет. Давай я, наверное, сделаю так и вот так. А там посмотрим уже. Еще что ли больше энергии захватить захотел, а? Так, смотрим, ребята, что он сейчас предпримет. Ну, это ниндзя, понятно. Так, взял. Взял. Пускай тратится. Он хочет себе накопить. Сколько ему нужно? 8 энергии, да? 8 энергии, друзья мои. Так что... Так что сделаем вот так. И вот так. Опа! 4 7. Блин, не хватает немножко буквально. Но этому я не дам, ребята, возможности ничего сделать. Давай так посмотрим. Ага. Так, ну что же. Дела, ребят, немножко плоховато идут. Хотя... Хотя, кто его знает? Опять он за свое, а? Блин, ребята, мне надо было вот сюда стража ставить. Был бы здесь страж, было бы все четенько. Это погибает, понятное дело. Телепорт. Он ставит сюда телепорт. Ага, ладно, давай смотреть.
Давай так посмотрим. Если у них все заклинания, ну что же, ребят. Ладно, посмотрим, какие. О, все. Зомбот, ребят, зарешал здесь. К сожалению. Ну, если бы не зомбот бы. Ему просто повезло. Просто повезло. Этих двух хламонов бы я выдержал. Но вот это вот дерьмо, которое вылезло, ребят. Оно вообще здесь не в тему. У меня вот такого везения, ребят, вообще очень-очень-очень мало бывает. Очень мало. Ну что, так. О, нам нужно за замеха, ребята, выиграть три, уже две многопользовательских игры за замеха. Ну что, поехали. Замех, ты готов? Давай посмотрим, получится ли у нас. Сомневаюсь, конечно. Я, правда, забыл вчера сказать, ребята, что я играл за растения. И именно за растения я получал крах полный. Полный, ребят, крах. Ну что опять-то? Что тут опять мне выдают? Ну давай так вот сделаем. Да вы издеваетесь сейчас. Что это за замех, у которого, блин, только не заклинание? Ребят, я не знаю, одни заклинахи здесь. Зачем он сюда кувшинку поставил? Какие у него коварные, блин, планы, а, друзья мои? Три, блин, два вируса. Баллон. Я, конечно, ребята, все понимаю, но я не понимаю, блин, что мне с этим делать. Первая карта, которую мне дали. Спасибо. Мне приходится вирус тратить. И он сейчас, ребят, поймет. Он сейчас поймет, что у меня нет карт, и начнет тут наяривать, да? Спрашивается, нафиг я сюда поставил? Ну, сделаем так тогда. Ну, а что делать, ребят? Хотя бы так. Да, я ему еще ни одной единички урона не нанес. Зато флаконов у меня вот этих вот хоть отбавляй. Он, у него же могилоеды есть, друзья. Он их специально не тратит, чтобы цитроны без могилоедов. Я не поверю в жизни. Поехали. Вот что ты мне прикажешь? Ну давай проверим. Просто, ребят, проверим. Сейчас влепит мне. Жучара, а? Ну он молодец. Перестраховался. Но мы тоже перестрахуемся. Так, он еще здесь жизни повышает. У нас есть курица, ребят. Так что по этому поводу можете не волноваться. У нас есть курица и два фараона. Ну, бомбочка у него должна быть. Я думаю, что должна быть бомбочка, ребят. Вот она, роднулька. И, наверное, сюда еще хватит ему, да, бомбочек? Нет, сюда ему почему-то не хватило.
Ну что такое, ну флаконы вот эти вот, блин. Есть ли у него еще бомбочка, а? А почему дерево не притянуло? Я что-то не понял, ребят. Это немножко странно. Это немножечко странно. Опа. Так, он мне 7 в лицо наносит, а я ему... Так. Яблони же все равно притянет, да? Давай тогда притягивай вот этого вот. А мы сделаем вот так. У меня бомбы нету, ребят. Опа! Все, пробьем, как думаешь? Или в блок, как всегда, ему врежем? Ай, я забыл про этого хламона. Надо было дурачку ставить вот этого, а потом вот этого ставить. Все, крышка здесь, ребят. Кактус. Тут в любом случае крышка. Одну единицу урона, прикинь, нанесет. Почему у меня не было бомб? Почему какое-то дерьмо? Какие-то куриные бега? Нахрена мне вообще нужны эти куриные ножки, блин? Два флакона, две куриные ноги. Да идите вы в пень, блин, с такой карт-колодой, блин. Это что за... Ботанка? Эта колода должна была работать... Понял я. Понял я, друзья мои, в чем тут проблема. Очень-очень интересная колода, конечно, ребят. Валуны, камни. Один ландшафт. Два ландшафта. Гаргантюа. Ну и что тут за гаргантюа у нас? Очень плохие тут гаргантюа. У нее очень плохие. Чем мне уничтожать, извини меня, великорослых придурков этих? Чем? У него, у Замеха нету... Куриный, бегайте тихо налево. Вот этим, что ли, блин, пробивать? Или что? Как? Великорослых вот этих вот дурачков, как я должен уничтожать? До сих пор не могу понять. Две ботанки, да? Две ботанки.
Этих-то нафига столько, а? Ну, я даже прям... Я прям теряюсь. Получаю способность безумия. Ну, давай еще разок, фиг с ним. Что-то колода какая-то не от мира сего. Мне даже, честно, самому не нравится, ребят. А еще когда тут роза выделывается. Да какого лешего ты... Ну, пипец. Молодцы, выдали, называется. Змех, ну блин, ну серьезно что ли, а? Ну что у меня, ну, у меня ближайший, вот, у меня ландшафт только ближайший, все, больше ничего нету, блин. Столько всяких там карт, и тебе вот дают вот это вот, 6, 5 и заклинание. Ладно. Задание, ребята, выиграть две игры. За Змеха. И сейчас эта колода профукивается, мы пойдем с тобой на другую колоду. Абсолютно другую. Друзья, я не знаю, как это назвать. Это просто западлянка. Что? Как я вот с этим вот буду играть? Как вот с этим я буду играть, чтобы мне дали, блин? До пятого хода я пока дожу, у меня размажет просто-напросто. Я ему еще и на руку сыграл, блин. Маразм, а. И что, и толку от этого? Пипеть твое, блин. Он хилище это ставит. Хилищий. Что он там планирует сделать? Давай смотреть. Здесь можем неуязвимость поставить, ну, если вдруг понадобится, конечно. Но у него же, он же еще ничего не тратил, да? Превратить там, я не знаю, там, в козла. О, видишь, что делает? Видишь, что делает? Так, мы его можем наказать?
принципе, можем сделать вот так вот. А здесь, наверное, вот так вот. Будем убирать. Хотя зачем нам это? Поехали. Хотя, наверное, надо было убрать. Даже здесь ничего нормально не мог сделать. Понятно. Такс. Все. Могила еды есть у него? Наверняка есть. Мне так кажется. Наверняка есть. А все. Ну что я могу сделать? Я могу только забрать вот этого вот, вылупить его опять, чтобы он еще увеличил. Не, парень, ландшафт я тебе поменяю, ты можешь даже не радоваться. Так, да? Ну, в принципе, все, ребята, ему хана. Ой-ой-ой, я же забыл, что я туплю-то? Он же защиту поставил, у него же защита была, да? Точно. Давай так посмотрим. У меня вирус только остался, все. Побежал лечиться, короче. Понятно все. Так, 5, 7. Ну это уже хана, если мы сейчас вирус ему сделаем. Если он кого-то сейчас не поставит. Этот заморозит, да. Этот заморозит. Так. Так, ну карту вытянет. Так, 4 и 3. Так, 5 и 4, 9. Девять. Поехали. О, хорошая, ребят, карта выпала. Ну что, давай так поставим. Ну а что делать, ребят? Дело в том, что если он сейчас за 8 этого поставит сюда ханорик этого, потаю. Так, дальше что? Этот ничего не успеет сделать, потому что, ребята, он заморозит его. Он в него бомбанет, он даже в ответку ничего не успеет сделать. Единственный шанс вот этот вот. Но он его уничтожает. И по итогу замораживает нас. Заколебала вот эта вот фигня.
5,5, да? 5,5. Ой, посмотрим сейчас могилоеда, есть у него или нет. Да как ты достал, а, уже? Как думаешь, успеем нанести ему? 8. Есть. Жестко, ребята, жесткая была игра. Замек, ты справился. Чудом каким-то справился, ребят. На одних заклинашках, ёк-макарёк, мы начали играть с тобой. И в итоге ты видел, что получилось. Так, ладно, давай дальше смотреть. Капитан Вшивый Огонек. Ну, здесь, по крайней мере, есть что выбрать, друзья мои. Hello. Hello. Стоит ли тратить? Давай потрачу. Я понимаю, что у него еще могут быть несколько таких фраерков. Все, выстрелить, да? Hello. Так, читер, что ли? Только не говори, что это, ребята, читер, блин. Вылез. Такое ощущение. Сейчас, если он опять поставит, это гор... Ну-ну-ну-ну-ну, типа кончилось, ага. Ё-моё. А я не могу таких здоровых ребят уничтожать. Мне и нечем. Я не поверю, что у него... Выпало прям три в руки. Прям вот, ребят, прям вот три гороха тебе выпало в руку. Их всего четыре в колоде. И он на старте взял три. И я эту не знаю. Может быть, у него было и четыре. Просто он бомбанул так специально. Какого фига мне дают всякое брахло, блин? Достало уже вот это вот все. Ребят, я серьезно говорю, вот это вот достало все, вот это вот. Заклинание тьма, где мои все бойцы? У меня там, блин, и этот, и тот, они мне дают какое-то фуфло, блин. Я же, блин, не пророк, чтобы знать, что мне, ребята, выпадет, блин, в этот раз. Он бомбочку держит, я прекрасно понимаю, что он держит бомбочку, ребят. Я даже знаю, для чего он ее держит. Я сейчас этого поставлю, он поставит бомбу. Какой там 46-й ранг к тому же. Вот смотри. Делаем так. Вот спрашивается, вот, а зачем он мне вообще здесь нужен, если я помимо него ничего поставить больше не смогу? Испугался. Ну, видишь, по крайней мере мы разменяемся здесь.
А дальше-то что мне ставить? Это, конечно, хорошо, что ты мне дал, блин, магистр кислых щей. А толку-то от него? Я, наверное, сейчас буду, ребята, вирус использовать. Нет. Нет, ребята, я не буду сейчас никакого вируса использовать. Поехали. Я понял, на чем он играет. Спасибо хоть за Гаргантюа. Так, ну у него орехи должны быть еще, ребят. Давай пяток в лицо ему, что ли, зарядим, я не знаю. Что это нам дает? Трикотаки. Ну, этого говнеца надо убирать отсюда. Тем более этого. Поехали. Это уже лучше, друзья мои. Это уже лучше. Выполнили? Выполнили мы задание, ребята. Выполнили. Давай сюда, пак. Хочу его вскрыть. О, даже мегаредка. Кто мегаредка? Понятно. Легенда. Да ладно. Ребята, такой карты у меня не было. Это новинка. Прикинь, легендарная карта с какого-то несчастного пака. Это пак вшивенький. Просто вшивенький, ребята. И с него выпала легендарка. По красоте? Кто красавчик, ребята? Я красавчик. Я. Да, для меня это, конечно, неожиданность была, если честно, ребята. Ну что, у нас тут сюрприз. Давай мы глянем с тобой сюрприз. Это нигде я должен там подбить за один ход? В этом бою... Понятно. Ага. Так, ну этого однозначно, ребята, превращаем. Это даже не обсуждается. Короля надо уничтожать. Короля надо уничтожать, это понятное дело. Мне кажется, у него будет флакончик, ребята. Я пропущу ход. Так, флакончик не действует на... А он как раз 3, да, стоит? Флакон стоит как раз, ребята, 3. Что-то не то он мутит. Ладно, пускай мутит. Хорош. Давай вот так вот сделаем.
Уже не знает, как его уничтожить. Уже, вот по-всякому тут выкаблучивается. Посмотри. Так, ладно. Далее что? О, нам еще и вот этот парень достался. А вот так вот. А если еще и вот так вот. Ребят, главное, чтобы ему в блок не попасть. А, вон что он делает. Так, ну за этот цветок же он должен поплатиться? Конечно, поплатился. Заколебает, а? Кого-то, ребята, он там прокачал по-жесткому. Мы же наносим 3, да, разброс 3 идет. Разброс идет 3. Давай так попробуем. Я не знаю, что у него. Валун есть? Нету? Нет валуна. Ну нафиг мне вот этот твой орех-то, блин. Непутевый. Вот скажи мне, пожалуйста, а? А куда я этого теперь поставлю? Его некуда ставить. Ладно, разбомбит этого. Потом поставим. На тебе. Так. Так. Сейчас кого-то выставит. Король. Все, ребят, по-моему, он... По-моему, он попал. Да иди ты в пентюх. Ладно, короля мы тоже убьем, ребят. Четыре в лицо, да, ему остается? Четыре, блин, в лицо. Опять за свое, а? Ну все, ему крышка, ребят. Доигрался. Гуманоид. Припечатали по полной программе. Припечатали мы его по полной, ребятушки, программе. Блин, мне не хватает. Мне не хватает. Подожди. Сколько мне не хватает, чтобы... А, я могу за 50 купить. Чтобы получить одну карту. А, нет. Чтобы получить одну карту сейчас. У меня этих нет, по-моему, да? Или есть? Пульк 500. Я не помню, по-моему, у меня... Так, мы утилизируем дополнительные карты, которые нам не нужны. И посмотрим. Да, друзья мои? А, вот, у меня вторая карта появилась. Две карты у меня теперь есть. И одна легендарка, которую мы сегодня получили. Ну что, дорогие друзья, на сегодня, пожалуй, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!